Леонид Аркадьевич, я приехала с Ямало-Ненецкого автономного округа. Тяжело добирались, не было билетов на вертолет до Салехарда. И наш глава Андрей Николаевич, большое вам спасибо. Помог нам забронировать эти билеты на вертолет. Ну и вот мы долетели, и можно подарки с ямальской земли? Моя дорогая. И несмотря на все трудности, эта поездка в Москву все-таки состоялась. 13 ноября очередная программа всенародно любимого шоу вышла в эфир. Наша землячка Альбина Аскарова из Панаевска играла во второй тройке, но в финал, увы, не вышла. Да и разве это главное? Главное, что из миллионов претендентов именно представительница Ямало-Ненецкого автономного округа прошла отбор и все-таки попала на это удивительное шоу. Передача «Там, вот живьем», общение, вот это вот живое общение, происходит гораздо интереснее. А в эфир выходит уже версия вот этих редакторов, вот этих, ну как сказать, представителей Первого канала. Потому что то, что было вот с нами, как он шутил с нами, как он разговаривал. Эта история началась год назад, когда Альбина и ее дочь Аделя смотрели очередной выпуск «Поля чудес». На экране, как всегда шутил Леонид Аркадьевич, игроки отгадывали слово. И тут ведущий призывает к участию в СМС-игре. Инициативная Аделя решилась, попросив помочь маму. Ответили на все вопросы и стали победителями СМС-викторины. Дальше дело за малым – ждать своего часа. И он наступил бы еще в прошлом году, только по разным причинам Аскаровы тогда не смогли поехать. Следующее предложение поступило уже в сентябре этого года, и от данного шанса отказываться было просто нельзя. Приехали, отснялись на программу, вернулись домой, стали смотреть выпуск того самого «Поля чудес». И, увы, не увидели самого главного – презентации подарков для Леонида Аркадьевича. Конечно, было жаль, что не показали, это, как я демонстрировала подарки с ямальской земли. Рассказывала о тех людях, которые передали эти гостинцы. Я вот хочу выразить благодарность вот всем односельчанам, кто передал свои подарки для программ «Поле чудес». Особенно всех в студии поразила северная рыба. Ее аромат взбодрил каждого зрителя. Леонид Аркадьевич остался в полном восторге, но это, увы, также не попало в эфир. Семья Бахитовых передала рыбу северную. И когда выносили этого щекура, в зале даже это, зрители, вот дочь у меня сначала сидела в зрителях, отметили, какой аромат от рыбы шел. Поездка и участие в всенародно любимом шоу, без сомнения, оставили след в душе семьи Аскаровых. Если и у вас вдруг появится такая возможность побывать в гостях у Якубовича, обязательно ею воспользуйтесь, говорит Альбина. Не пожалеете. Заполярный мой фонарь.